От народных песен до современных хитов. В финно-угорском этнопарке впервые прошел фестиваль «Там, где гармошка, там и праздник». На одной площадке собрались сразу 120 человек. Это музыканты-солисты, участники дуэтов, квартетов, ансамблей и народного хора. Не только из Коми, но и Кирова, и Архангельской области. Ансамбль был создан в 97 году, был очень популярен в нашем районе, но, к сожалению, потом он распался. И поэтому 2 года назад я приняла решение воссоздать этот ансамбль. И сегодня вот 5 человек в ансамбле занимаются. И хочется сказать, что ребята делают с этим удовольствием и приехали на этот фестиваль попробовать свои силы. Музыканты не только проявили творческие способности, но и обменялись опытом. Для гармонистов провели мастер-классы, а гостей фестиваль порадовал развлечениями с национальным колоритом и бесплатными угощениями, народными песнями и танцами. Посетители этнопарка узнали, как заготавливать березовый сок, а также сделали своими руками куклу-сувенир.